Иначе как хулиганством это назвать было нельзя. Но в крайнем случае озорством. Одни калужские жители возмущались, полагая, что мальчик притворяется глухим и слепым. Другие готовы были поколотить его, только поймать мальца на велосипеде было невозможно. Третьи в восторге восклицали: «Ну и чудак, кто же из него теперь вырастет?» Еще недавно вряд ли кто-нибудь мог представить себе таким чудаком великого Константина Эдуардовича Циолковского, признанного отца космонавтики, гениального ученого-самоучку, благодаря трудам которого полеты в космос стали повседневной реальностью. Но ведь он был не только чудаком, он еще был злодеем. Да каким? Все это от нас скрывали. Почему? Да просто было принято гением прощать все. Судьба к нему была явно несправедлива. Известно, что гению для полного успеха нужно быть голодным и злым. Циолковского судьба наделила еще и глухотой с самого детства. Последствия болезни, отсутствие ясных слуховых ощущений, унижение количества сильно меня отупили. Какое-то время мальчик боролся, пытался прорваться сквозь вату тишины, потом отчаялся, замкнулся, ушел в себя. Моя глухота, с детского возраста лишив меня возможности общения с людьми, оставила меня с младенческим знанием практической жизни, с которым я пребываю до сих пор. Я поневоле чуждался ее и находил удовлетворение только в книгах и размышлениях. Вся моя жизнь состояла из работ, остальное было недоступно. Циолковский сделался своего рода Маугли, только джунглями у него были книги в библиотеке отца. Эдуард Игнатьевич служил провинциальным лесничим, но круг его интересов был невероятно широк. Неудивительно, что на его книжных полках можно было найти что угодно, от романов Загоскина до сложных естественно-научных трактатов. Маленький Костя запоем читал сложную техническую литературу, подчас не понимая, о чем вообще идет речь. Но постепенно он как бы проникся миром ученых книг и сделался его частицей. Сам пробовал ставить опыты, описанные в тех пособиях. Однажды, например, мальчик взял астролябию и, не выходя из дома, вычислил расстояние до пожарной каланчи. Потом вышел, проверил, и все правильно. 400 аршин. Еще в 11 лет в Рязани мне нравилось делать кукольные коньки, санки, часы с гирями и прочее. Все это было из бумаги и картона и соединялось с сургучом. К 14-16 годам потребность к строительству проявилась у меня в высшей форме. Я делал самодвижущиеся коляски и локомотивы. Приводились они в движение спиральной пружиной. Сталь я выдергивал из кринолинов, которые покупал на толкучке. Однажды Циолковскому приснился сон. Будто бы он забрался на самую высокую в городе колокольню, расправил руки, сделал шаг и полетел. И так ему было хорошо, что с тех пор мальчик стал грезить о полетах наяву. Однажды он специально поднялся на заброшенную колокольню, покачал перила. Колокольня задрожала так, что мальчик испугался, быстренько спустился вниз. Но тогда он понял главное – высота достижима. И дело за малым – понять, как ее можно достичь. Когда Циолковскому исполнилось 16, отец послал его в Москву, в техническое училище, современную Бауманку. Однако тот хорошо представлял, какие унижения сулит глухому студенческая жизнь. И решил продолжить самообразование в Чертковской библиотеке, богатой книгами по инженерному делу. Я получал из дому 10-15 рублей в месяц. Питался одним черным хлебом, не имел даже картошки и чаю. Зато покупал книги, трубки, ртуть, серную кислоту и прочее.
Благодаря главным образом кислотам я ходил в штанах с желтыми пятнами и дырами. Мальчишки на улице замечали мне. Что, мыши, что ли, съели ваши брюки? Ходил я с длинными волосами, но просто от того, что некогда было стричь волосы. Смешон был, должно быть, страшно. Но я был все же счастлив своими идеями, и черный хлеб меня нисколько не огорчал. Однако молодость брала свое. В Москве Циолковский впервые влюбился. Предметом его влечения стала некая Ольга, красавица, умница, к тому же дочь миллионера-фабриканта. Рассказы о молодом человеке с незаурядным умом, нестандартным мышлением, трудолюбием, целеустремленностью, упорством заинтересовали девушку. Завязался так модный в то время эпистолярный роман. Дело должно было кончиться браком, но Циолковский снова выбрал другой путь. Он возвращается к родителям, держит экзамен на учительское звание и получает свое первое назначение в город Боровск Калужской губернии и женится на Варваре Евграфьевне Соколовой. Пора было жениться. И я женился на ней без любви, надеясь, что такая жена не будет мной вертеть, будет работать и не помешает мне делать то же. Эта надежда вполне оправдалась. Венчаться мы ходили за 4 версты, пешком не наряжались, в церковь никого не пускали. Вернулись, и никто о нашем браке ничего не знал. Жизнь, казалось бы, сложилась. Жена полностью оправдала его надежды, она любила и во всем слушалась мужа, исправно вела домашнее хозяйство, воспитывала детей. Первая дочка Люба родилась уже на следующий год после женитьбы. О том, чтобы вертеть супругом, не было и разговоров. Есть место, пусть и не особенно доходное, но спокойное, необременительное. Есть положение в обществе, все-таки учитель математики, интеллигенция. Тут-то, казалось бы, живи и радуйся, чего еще нужно? Но эта участь не для нашего героя. Вопреки ожиданиям родных и знакомых, он не остепенился, а наоборот, бросился с головой в свои опыты по освоению воздушного пространства. Преподавание занимало в день 2-3 часа, все остальное время Циолковский посвящал исследованиям. В первые годы жизни в Калуге я проводил много опытов по сопротивлению воздуха и воды. Приборы устраивал сам. Сначала маленькие, потом такие большие, что они занимали почти всю залу в моей квартире. Одна родственница, увидав в квартире чудовище, сказала моей жене, когда он уберет этого черта. Некий батюшка даже заметил, что загажен святой угол. Интересно, на какую высоту может подняться шар, если его наполнить теплым воздухом? И в какую сторону он полетит? Но главное, как нагреть этот воздух? Попробуем прицепить к шару керосиновую лампу. Нет, тяжела. А если поджечь лучинки? Они легкие. Их надо укрепить в проволочках. Вот так. Точно. Получилось. Летит. Спустя 3 года после свадьбы Циолковский создает трактат «Свободное пространство» про то, как выглядит наша Земля из космоса. Взгляните кругом. Вы не увидите наше прелестное голубое или темно-синее небо в виде полушара с рассеянными кое-где светлыми облаками. Вы не увидите также наше ночное небо с мигающими, как бы живыми звездами. Нет. Вы увидите мрачный, черный, как сажа, полный, а не полусферу, не свод, шар, в центре которого, вам кажется, помещены вы. Внутренняя поверхность этого шара усыпана блестящими точками, число которых бесконечно больше числа звезд, видимых с Земли. Каким мертвым, ужасным представляется это черное небо, блестящие звезды которого совершенно неподвижны, как золотые гвозди в церковных куполах. Эта чернота кое-где кажется как будто чуть позолоченной. Это туманные пятна и Млечный Путь,
который в виде светлой широкой полосы идет по большому кругу черного шара. Здорово. Настройтесь на эту поэзию, и вы увидите автора, восседающего в роскошной обсерватории в окружении приборов. А нет. Инженер Павел Голубицкий оставил нам такое свидетельство. Я познакомился с Циолковским в Боровске, куда попал случайно несколько лет тому назад и крайне заинтересовался рассказами туземцев. Я решился навестить изобретателя. Первое впечатление при моем визите привели меня в удручающее настроение. Маленькая комната, в ней большая семья, муж, жена, дети и бедность, бедность из всех щелей помещения. А посреди его разные модели, доказывающие, что изобретатель действительно немножко тронут. Помилуйте, в такой обстановке отец семейства занимается изобретениями. На последний план я ставил благо семьи и близких. Все для высокого. Я не пил, не курил, не тратил ни одной лишней копейки на себя, ну, например, на одежду. Я жил всегда почти впроголодь. Был плохо одет. Умеряя себя во всем до последней степени, терпела со мной и семья. Я часто на все раздражался, может быть, делал жизнь окружающих тяжелой, нервной. Не было сердечной привязанности к семье, а было напускное, ненатуральное, теоретическое. И едва ли от этого было легко окружающим меня людям. Экономили на всем. На обед щи, свекла, гречневая каша с молоком. Циолковский строго придерживался правила. Половину своей скромной учительской зарплаты на хозяйство, а половину на эксперименты, книги, издание брошюр. Кроме научных изысканий, в тех брошюрах содержались и призывы к заинтересованным читателям. «Приходите посмотреть мои модели в любую среду в 6 часов вечера». Дочка Люба, по указанию папаши, рассылала те брошюры всем желающим. Денег желающих, естественно, не брали. Дом ученого был больше похож на огромную мастерскую или лунопарк, собрание невиданных аттракционов. Здесь сверкали электрические молнии, гремели громы, звонили колокольчики, плясали бумажные куколки, пробивались молнии и дыры, загорались огни, вертелись колеса, блистали иллюминации и светились вензеля. Над всем этим господствовал огромный и шумный воздушный насос. Резиновый мешок, надутый водородом, как живой, бродил по комнатам. Город гудел и потрясался слухами. Чародей, дьявол, сумасшедший. Дом Циолковских обходили стороной. А мешок, конечно же, бродил не просто так. Исследователь отдавал себе отчет в том, что полеты в космос – дело далекого будущего. А вот цельнометаллические дирижабли можно хоть завтра пускать в производство. Именно они по большей части отнимали время, силы и энтузиазм ученого. Он целыми днями конструировал летающие рыбы и парящие мешки, сравнивал различные модели, что-то переделывал, старался довести до совершенства. Дирижабли находились в мастерской Циолковского, в его спальне, в кабинете, просто во дворе. А признание все не приходило. Сказывалось и отсутствие базового образования. Случалось, что Циолковский месяцами выводил какой-нибудь коэффициент, а потом оказывалось, что этот коэффициент давным-давно известен. К брошюрам провинциального энтузиаста столичные снобы относились скептически. Вот, к примеру, одна из рецензий. «Мы охотно назвали бы господина Циолковского талантливым популяризатором и, если угодно, русским Фламмарионом, если бы, к сожалению, этот автор знал чувство меры и не увлекался лаврами Жюля Верна». Разбираемая книга производит довольно странное впечатление. Трудно догадаться, где автор рассуждает серьезно, а где он фантазирует и даже шутит. Если научное разъяснение господина Циолковского не всегда достаточно обосновано, зато полет его фантазии положительно неудержим и порой превосходит бредни Жюля Верна, в которых, во всяком случае, больше научного основания.
вздумал я сделать сани с колесом, так, чтобы все сидели и качали рычаги. Сани должны были мчаться по льду. Потом я заменил это сооружение особым парусным креслом. По реке ездили крестьяне. Лошади пугались мчавшегося паруса, прохожие ругались. Но по глухоте я долго об этом не догадывался. Потом уже, завидя лошадь, поспешно убирал парус. Парус — это прекрасно. Как движение ветра способно облегчить нашу жизнь. Мы летим со скоростью птицы, но пока не можем оторваться от земли. Так что же делать? Что же делать? Не хватает знаний, не хватает аппаратов, приборов. И Циолковский сам создает воздуходувку, аэродинамическую трубу. Посылает отчет о своем изобретении в Императорскую академию наук. И там решает выделить изобретателю 470 рублей для создания более мощной модели. Первая реальная помощь, оказанная государством. Да что воздуходувка? Циолковский создает целую дисциплину, до него в принципе не существовавшую. В то же время я разработал совершенно самостоятельно теорию газов. В университетском курсе физики были только намеки на кинетическую теорию газов, и вся она рекомендовалась как сомнительная гипотеза. Послал работу в столичное физико-химическое общество. Единогласно был избран его членом. Вот она, наконец-то, настоящее признание. Физико-химическое общество – это, конечно же, не Императорская академия наук, но все равно неплохая стартовая площадка. Казалось бы, нужно ловить момент, перебираться в Петербург, заводить полезное знакомство и вполне осознанно делать карьеру. При работоспособности и талантах Циолковского она, безусловно, была бы стремительной и блестящей. Но Константин Эдуардович вновь поступает по-своему. Я не поблагодарил и ничего на это не ответил. Циолковский остался в Калуге и здесь продолжал свои опыты. Он пытается постичь законы притяжения Земли с одной лишь целью – их преодолеть. И преграды одна за другой отступали. То, что казалось невозможным, становилось очевидным для исследователя. Итак, реактивная ракета в принципе может развить первую космическую скорость, необходимую ей, чтобы выйти на орбиту Земли. Чтобы уменьшить непривычные для межпланетного путешественника ощущения от невесомости, мы придаем ракете осевое вращение. Направление движения ракеты можно изменять с помощью газовых струй. А методики автоматического управления, разработанные мной для цельнометаллических дирижаблей, с успехом можно применять и здесь. Эврика. Вот она, формула движения ракеты. Он по-настоящему счастлив. Ему даже кажется, что он уже был в космосе. Настолько явственно все представляется ему. Ученый принимается за фантастическую повесть «Вне Земли». Сейчас на своей ракете мы летим вокруг Земли на расстоянии 1000 километров, делая полный оборот в 100 минут. Устроили большую оранжерею, в которой насадили фрукты и овощи. Они нам давали уже несколько урожаев. Благодаря им мы хорошо питаемся, живы, здоровы и совершенно обеспечены на неопределенно долгое время. Кругом нас безграничное пространство, которая может прокормить бесчисленные миллиарды живых существ. Переселяйтесь к нам, если тяготит избыток населения, если земная жизнь обременяет. Здесь буквально райское существование, в особенности для больных и слабых. Но билетристика, конечно же, не главная. Основная формула, описывающая законы движения в космосе. С одной из них, известной как формула Циолковского или основное уравнение движения ракеты, по сей день открываются учебники по аэродинамике. А его чертежи космических кораблей спустя полвека получат свое подтверждение. Кто знает, может и разработанный им язык для общения с инопланетянами тоже будет востребован потомками. Маневрируя с нашими щитами, кажущимися с Марса одной блестящей точкой,
мы сумели бы прекрасно заявить о себе, о своей культуре. Щиты убеждают марситов в нашем умении считать. Для этого щиты заставляют сверкнуть раз, потом два, три и так далее, оставляя между каждой группой сверканий промежуток в секунд 10. Подобным путем мы могли бы щегольнуть перед нашими соседями полными арифметическими познаниями, показать, например, наше умение умножать, делить, извлекать корни и прочее. Ряд чисел мог бы даже передать марситам любую фигуру, ну, фигуру собаки, человека, машины и прочее. После революции к Циолковскому пришло окончательное признание. Социалистическая академия избрала его своим членом-соревнователем. Константину Эдуардовичу было предложено переехать в Москву, возглавить коллектив ученых, иметь самый оперативный доступ к любой литературе. Обещает устроить в Москве и родственников Циолковского. Наконец он сможет доказать всем вокруг. Космические путешествия не грезы, а реальность. Но патриарх снова отказывается. На седьмом десятке жизни он уже не хочет ничего менять. Моя тяжкая для меня, несносная для других глухота, старость, болезненность, отощалость от голода, семья из 4 человек с одним работоспособным членом делают мое пребывание в Москве положительно губительным. Здесь же я буду спокоен и маломальски сыт. При таких условиях я легче смогу перенести суровую действительность. В 1935 году реактивный научно-исследовательский институт избирает Циолковского почетным членом технического совета. Принято решение обозначать соотношение веса топлива ракеты к ее остальному весу русской буквой «С» в честь Циолковского. Ему это, конечно, приятно, но уже не слишком интересно. Жизнь подходит к концу. Он прожил ее, как прожил. Был ли счастлив? Трудно ответить на этот вопрос. Личная жизнь не удалась. Жену он не любил. Дети один за другим умирали. В 1893 году умер, не прожив и года, сын Леонтий. В 1902 покончил с собой старший, любимый Игнатий. В 1909 от заворота кишок в страшных мучениях скончался сын Иван. В 1922 году туберкулез унес из жизни дочку Анну, а в 1923, при непонятных обстоятельствах, ушел из жизни и последний сын Александр. Незадолго до смерти Циолковского умер и его внук Евгений. Виноват ли он в их смерти? Он жил не для них, а для будущего всех людей, чтобы они, преодолев все земное, взлетели и поняли, наконец, какая их ждет радость. Циолковский написал об этом перед самой смертью в труде под названием «Монизм Вселенной». «В мои годы умирают. Я боюсь, что вы уйдете из этой жизни с горечью в сердце, не узнав от меня, что вас ожидает непрерывная радость. Я хочу привести вас в восторг от созерцания Вселенной, от ожидающей всех судьбы, от чудесной истории прошедшего и будущего каждого атома. Вы будете умирать с радостью. Мои выводы более утешительны, чем обещания самых жизнерадостных религий. Ни один позитивист не может быть трезвее меня. Представьте себе, что вся наша жизнь – состоит из ряда радостных снов. Проснулся человек, подумал секунду о прекрасном сне и поспешил опять уснуть, чтобы снова погрузиться в блаженство. Все сны прекрасны. Они доставляют только радость и никогда не прекращаются. Чего же вам надо? Вы непрерывно счастливы. Он умер 19 сентября 1935 года. Но и после смерти он остался верен себе. Согласно завещанию, его похоронили не на кладбище, как всех обыкновенных людей, а посреди огромного загородного парка, придавив сверху каменным обелиском, конечно, напоминающим ракету. За несколько дней до смерти он направил Сталину телеграмму. Уверен,
Знаю, советские дирижабли будут лучшими в мире. И снова оказался прав. Спустя 2 года дирижабль V6 побил все мировые рекорды.